2018 год – важный этап развития для всех секторов экономики, особенно для промышленности и производства. Мы стали свидетелями многих изменений и новшеств, воплощения инновационных проектов. О том, как реализуются бизнес-планы в Джизакской области, расскажет наш корреспондент. Благоприятные возможности, созданные в нашей стране для развития отраслей народного хозяйства, промышленности, привлечения инвестиций, льготы и преференции для предпринимателей дают весомые результаты. Все это создает основу для наполнения рынков страны новой высококачественной, импортозамещающей и экспортоориентированной продукции. В качестве примера рассмотрим результаты, достигнутые в повышении экспорта, в частности в расширении его географии, увеличении объема и ассортимента продукции. К концу 2018 года объем волового регионального продукта в Джизакской области достиг 7 триллионов 138 миллиардов 400 миллионов сумов, значительно превысив показатели прошлого года. Внушительный рост наблюдается и в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, торговле, сфере услуг. Экспорт товаров в этом году составил 42 миллиона 800 тысяч долларов. Основная часть приходится на продукцию сельского хозяйства, это более 33 миллионов долларов. Товаров промышленности было продано почти на 10 миллионов долларов. Примечательно, что важную роль в развитии сотрудничества с зарубежными партнерами играет свободная экономическая зона Джизак, которая способствует привлечению иностранных и отечественных инвесторов к дальнейшему развитию промышленности. Согласно программе социально-экономического развития области, на территории свободной экономической зоны Джизак в общей сложности было создано 41 614 новых рабочих мест. К настоящему времени программа выполнена на более чем 90%. На социально-экономическое развитие Джизакской области в 2018-2019 годах было выделено 14 триллионов сумм. В результате реализации 849 проектов на сумму более 133 миллиардов сумм создано 24 362 новых рабочих места.